И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и это очередная подводка к интересному, замечательному видеоролику, который был записан уже, наверное, неделю назад, может, даже больше. Видеоролик игровой тематики, катали довольно интересную ББПшечку, да, на предыдущей ББПшке вы набрали довольно большое количество лайков, вам зашла вся эта тема. Если вам и продолжает все это дело нравится, если вам понравится данный видеоролик, тоже не забывайте его прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал. Если будет 150 точка луксов, запишем что-то новое, интересное. Играли где-то, наверное, человек там 3-4-5 вместе, да, скатали довольно жесткую, интересную катку в полигоне. В общем и целом, вы все это дело прямо сейчас увидите. Желаю вам приятного просмотра, долго балаболить не буду. Смотрите. Сваливать эти дешевые кабины. Сейчас как полетит на моем любимом титане. Давай, давай, точку, точку, точку. Так, сейчас я иммунитетик только возьму. Что у них там по пушкам? Жига, Изида, вижу пулик. Крыльца. Больше не видел. Так. Смока, смока еще. Жига, пулик, рельсу возьму пока что. Быстро только надо. Точку, точку надо взять. Полетели, 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 полетели. Блин, если нет, то террор. Давайте яму кто-то занимает. Наверное, Лёва будет лучше не пятерной, лучше будет дыхание, не? Ты думаешь, пятерной ну, лучше, чем дыхание? Я пятерным зашел, я быстро одел. Так, надо кого-то позвать. Ну нет. Кто там, Жига? Жига, пулик, рельса. Жига, пулик, рельса. Жига, пулик, рельса. Так. Думаю, с пятью играть, если с ямой. Ну смотри сам. Ноль от венца. Если Полярис, чем. Уступи место, пожалуйста. Та-ра-та-та. Не, ну надо тянуть эту катку. О, место, место, место. Ну кто-нибудь зайдите нормальный, пожалуйста, друзья. Ну-ну-ну, плиз, 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 плиз. Кто-то, кто-то, кто-то нормальный. Тоже добрый чел, зайдите, пожалуйста. Блин, мы сейчас сольем. Назад шло. Ладно, давай, пробуем. Мне надо раскрутить свой пулемет, чтобы по мне урона особо не летело. И точку при этом еще надо забрать. Да. Давай я поеду. Бит, он сильно. О, бит. Нормально зашел. Глебыч. Парламент, кто это? Подписчик. Ну, у нас уже 6 нормально. Минус один. Он хоть и особо не качанный, но играет он довольно-таки неплохо. Должны, должны брать. Пули горит. Ай, какой кайф на иммунитете, уф, уф, уф. Сколько резов? Три. От венца ноль. Нормально. Ноль, слышишь, от венца? Да я не буду пулик менять, друг. Нет, этот я говорю это. Не-не-не, нормально, от молта один, я буду яму держать, если получится. Одинаковые пушки не надо. Все, да, я не, зажал пробел, ГГ. Это просто я один твинс в игре. Да все, они могут с карты в этой выходить. Все, уже ГГ? Да, все. Игра окончена. Ай, какой кайф на иммунитете, еще и с резистом от Джиги, это вообще просто жесть, она вообще ничего не может сделать. Ну, контрол тоже, что ли? У тебя тоже? Что? У него 50. Нет, это не... 50. Я 50 тоже покупал, а мне иммунитет потом упал. У меня с контейнера просто выпал, я его надел. А я покупал. Зашел как-то полигончик грабить и купил. Что там 250к дешево. А иммунитетик, когда упал, стало еще лучше. Место Изида Фриспорт. У них две жиги, твинс. О, уже твинса две. Молот. Пулик. О, от пулика уже 5. Да, они уже меняют резистор. Нормально, Глебыч был на пулике, он поменял. У нас жига есть в команде вообще? А сейчас жига тут бесполезно, потому что у всех эти иммунитеты и эти самые, вообще толку нет от этой жиги. Я не вижу, что у всех. Ну вон, у них у двух типов. У двух типов у них иммунитет. И 50-ок, смотри, почти на каждом 50-ка. Двоих нет. Ну, да. Типа, вот у этого иммунитет, у этого 50. У этого 50. У тех двух нет ничего. Может быть, по твинсу работаете, по твинсу? Да, у него рез. Нормально, добей. От меня тоже один. Точка, пацаны. Сколько от твинсу забрал? Три. Гром, 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 да, гром. Да, да, да.
100%. Ну, фриз еще может быть надо. Да. А нет, фриз есть, не надо. А, есть, а нет. На полигоне главное не брать одинаковые пушки. Пушек много. Разбиваешь резы и все. Бьешь по безрезисту своим. По большей степени. Твинс вместо пулика пошел. Между домов твинс 0. Да, яму там типа контроль. Так, три твинца. Я твинца беру вместо рельсы. Пулик есть у них еще? Нету. Я жигафриз тогда твинс взял. Я от молота один. Молот твинс. Жигафриз твинс от шестерых. Так, я модуль меняю. О, у нас пулик с иммунитетом стоит и с поджогом на стенке. Ты гром одел контрол? Я одеваю гром. Давай ты надевай. Может гаусс, тут СМПК, может гаусс или гром? Давай гаусс, а я могу гром. Может. Потому что твинца очень много. Бери гаусс. Ноль. Очень много, это сколько? 5 где-то твинца уже. Ну да. У них много. О, банан, сука, в минус падает. Банан. О, еще один, сука. Блин. Битая это. По красоте. Тупо по красоточке развал получается. Сильно битые все. Блин, если бы еще не было еще одного пулемета, было бы вообще найс. Было бы вообще кайф. Нормально, яму займ. По четкому. Нормально. По красивому. Один отгром уже. О, вот зажать. Гаусс один. Блин, вот на этом пулике яму держать просто кайф. О, минус. А, нет. ХП гели. Твинс 0 хп. Хорошо. Бля, как молот у них страдает. Ох. Спуск жига. Ой, кайф просто кайф. А ты лево цифры знаешь? Да. Надо вспомнить просто. Какие цифры? Единичка, короче, там, где билборд. Да, и там, где спуск этот самый длинный. Да. Где аптечка падает, это двойка. Малый мост, это тройка. Это четверка. И трубая четыре, да. Вы чё ещё на полигоне места говорите? Ну да, мы закрытый. Было дело. Играли. Ух! Ух, два в минусе в яме. Ух, Глебочка, красав. Тупо соло. Так, у меня взлетает. О, полет пошёл. От грома три. Понял, этот тип играл на викинге, качал фон, типа, понял? Одел титана и не тянет. Ну, мне гром пошел вместо чего? 4 от грома уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не схавай. Так, что у них там по пушкам? Твинс, твинс, меньше гаусс. Меньше пол хп все на точке. Шига, гаусс, молот. Гаусс, гаусс. Рикошет еще есть. Рикошет, гаусс и что там? Продов есть у них? Я продов не вижу. Да, он был. Жига вон. Один продов? Да, одна жига есть. Да, нафиг я пробел, Джима. Да, не надо. Изиду схаваю. Где-то очень. Кто этот наш Хивен сделает на карте, блин? Мэтт Хивен? Он на викинге сидит в яме. И не выходит. Это у нас в комнате? Страйкер, вместо твинса страйкер пошел. Угу. Да, страйк надел страйкер. Я джиги снимаю, короче, резист. О боже, своего минусанул почти. Но изида в яме. А тут изида, кстати, нормально заходит? Не-не, шляпа полная. Нечего. Так, у нас вышел этот. О, рикошет, плазма факел. Сейчас будет мозги шатать.
Никогда не понимал, когда берут вот этот вот фриз без заморозки. Вообще шляпа полная. Без заморозки. Ну вот ты взял фриз, который с увеличенным типа дамагом, да? Ну, а это плохо? Говно полное. Это точки же. Вообще ни о чем. Никогда не понимал людей, которые берут его. Вообще никогда. Ну типа, а зачем мне тут в морозе? Тут никто флаг не увозит. Нет, тут лучше всего морозить и не давать противнику подъезжать к точке. Нежели иметь плюс 10%, который тебе особо ничем не помог. Заморозка намного выгоднее, чем эти 10%. Так, на нарез поменять, как зачем? А зачем на титан? На титан зачем? Зачем? Надо на викинг. Так я точку держу. Да ладно, ладно, пусть играет. Не, ну продувы играются на викинге, типа, чтобы быстро их... Ты не должен точки держать, ты их должен кошмарить. Продувы. Ну, я просто не играю много полигонов. Не, ну, понятно. Вот сейчас от твинца один рез, ты мог твинца одевать. А не фриз. Сейчас один. Зигус фаулы. Блин, ну это пулик, это просто ГГ. Это такая ГГ. А, мне все по одной пушке взяли. Я даже скажу, что порезу взять. Где моя 25-ка? Все, все в одних пушках разных. Каждого наименования по одному. После минуты возьму твинс. О, Рик со сплэш уроном. Старый добрый рикошет. Глеб взял. Только надо было ему от самого себя отрез взять. Бля, значит, я не менять. Я вес говна. Да, это секунду принц беру. Пулик пошел. Пулик. Так, там отжиги три, у троих нету точно. У четверых пулик гром гаус возьму. Так, я твинс надеваю. Две твинса пока, ну нормально. Яму просто надо занимать. Если мы будем держать, все будет. Что, викажи годит? Да не, не надо еще. У нас и так много викингов. У нас хп не хватает. У нас вика гаус, вика фриз. Титана пулик, который стоит статично на одном месте. У нас танков на точке не хватает хп. Викарей, боже. Не-не, нам не надо викинг. Хп надо больше. Я мою займу. У меня молот схавы. Прыгай. Вулкан бит. Очень бит. Точка, точка. С 11, а. Блин, страйкер так больно дамажит. Изя 0. Страйкер жестко дамажит. Ну, у нас пулик статично играет. Вообще очень А-а-а, круто. Понятно, что у нас тут таракан делал. Добрый вечер. Здорово, блин. Привет. Я диспетчер. Бля, не хочешь зайти к нам помочь? Кого? Ну, ставим надо. Найди нашу карту, встань, сейчас я попрошу. Мистер Ванька, присоединиться к биту. Я лучше пойду с Глебычем покатаю, мэм. Так Глебыч с нами. Так он у нас. Ну ладно. Давай нам помочь надо. Помещу собьем. На дико гаус. Да, да, дико гаус, именно на дико гаус. Место. Зашел? Да. Молодец. Все хлам. Все.
О, как раз 20-ка есть. Тут как раз она нужна. Хорош, Леня, давай. Кстати, Лёва, чё ты 22 не взял? Возьми 22. Сейчас один. Я думаю, пушку поменять вообще. Тут как раз сейчас нормально. У них одни разные пушки будут. Еще 22. Я сейчас смотрю. Лёня, ты себе HTML? Да. От грома скажи. 0. А, нет, 1. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2. Какая быстрая переобувочка у тебя. 0. 1. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. От Гаусса 2, от Грома 3. От Грома 3. Здорово, Тёмочка. Здорово. Здорово, Тём. Привет, Андрей. Полигон качаете, получит. Зайдёшь помочь? Нет. Заходи. О, голд. Сейчас поймаю. Не с тобой, давайте. Ну, я могу. Зайдёшь помочь, говорит, нет, вместо будет, давай. Я могу дать, если надо. Да, не, не сиди. Делать не иди. Крыльцы пошли. Что взять? Что взять? Пошли. Бери, посмотри, что реда нет. Чека гоните, блять, один. Стекает нахуй тут. Не, а корпус какой? Титан. Ну что там, Лёнь, ты что, на приколе? Васпик, бед. Васпик, а я не посмотрел, а чего нет реза. Ну так ты пока на гауссе останет гауссу. Там два резиста было, потому что. Я попросил Тёма. Та-та. От Изиды нету. Беру Изиду. Какую Изиду? Ты рофлишь? Не надо Изиду. У меня крит. А чё Изида? У меня крит ошибка. Не надо Изиду. Изида, какая Изида на понике? Посмотри, что-нибудь нормально. Молот. Сколько от молота? Если нет реза. О, молот. На 5 выстрелов же, да? Не знаю, я взял бы на поджог. Ну бери на 5. Так бери. У них же эти бери защиты. На 5. Бери... Быстрее, Лёнь, думай. Боже, нам 15 точек, они сейчас выиграют, блин. Успокойся. Быстрее думай, блядь, своей головой, блядь. Чё ты на меня ругаешься? Сейчас выиграешь. Я не ругаюсь, говорю, чтобы ты быстрее думал. Долго думаешь. Ой-ой-ой, Лёва, давай-давай, хорош. Зачем добить? Приз, блин. Мамонт, страйкер очень бит. Не, этот пулик творит вещь. В яму сразу прыгай, контрол. Только не играет яму. Лёня, этот контрол, меняйте всем. Да, да, чисто яму прыгайте, постоянно. Только друг другу минус не падай, не кидайте. Стой, стой, так, ну, боже ты мой, ну бас. Всё, минус чё? Один. Чему ну бас? Да я просто... не понимаю, что ты хотел сделать. Я просто по тебе проехался, я за, держу. За тебя заехал, ты бы уехал. Понял? Вау. Иди до ноль, Леня. Молот двойки. А, блядь. Двойка. Кого? Страйкер заходит. Что такое двойка? Блядь. Это перед точкой. Двойка — это там, где аптечка падает на полигоне. А почему двойка? Ну, потому что здесь есть 4 квадрата. Карта разделена на 4 квадрата. И каждого квадрата есть своя цифра. Нифига себе. Технологии. Будущего. Ну, а чё, если на других картах есть цифра? Давай, давай, да, давай, эту не должны отдавать. Не, не отдаём, не отдаём. Всё, изи, я зашёл, затащил. Лёня зашёл и сразу... Давай, видит. Давай, тяни, тяни. Не затащил бы не хочу до точки этого. Я не только не минус, хорош. Давай еще 8. Таракан. А я встал. Защиту от поджога не взял. Крыши тяну. Вместо страйка пулик пошел. А я не могу. Не езди, пожалуйста. Чем? Бля, я погнал за 1000. Да что так много крыс? Сейчас возьму. А, меня убили. Есть, есть. А, кек один поехал за колдом. У них сколько пуликов? А, у меня 22 пуха. Я даже забыл, что я один 22. Я бы 22 на полигоне вообще не сниму. Наш точка. Наша я. Иди на минус, да, поправь. Я яма. Это все легко. Ваня, Ваня, выше, выше. Три точки давай, держу.
Надо помощь. Хорош, давай Гена, занимайте. Один, одна точка и КГ. Диджи. Сдался один. Диджи. Все, мы выиграли. Легкая катка. Не чувствую 3000. Изёвая. Для нас. Не почувствовал. Ох. Досмотрел видеоролик до конца? Тогда для тебя подарок. Сделай только звук потише и слушай. Глячик, толстый пончик, 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 глячик, толстый пончик.